Восславляю. Приостановить с 5 апреля 2020 года до особого указания общественное богослужение на всей территории Кубанской митрополии. При этом неопустительно совершать божественную литургию за закрытыми дверьми присутствии необходимого числа церковнослужителей. Наладить трансляцию богослужений из крупных храмов. Обеспечить возможность всем желающим причаститься во внебогослужебное время не более 2 человек одновременно. Будем в этих обстоятельствах помнить слова святителя Иоанна Златоуста. «Ничто, случившееся с нами, не в состоянии будет опечалить нас, если будем возносить молитву, напряженную и усердную, посредством ее мы избавимся от всего, чтобы нас не постигло». Не будем поддаваться никакой панике. Будем жить, помогать друг другу в это трудное, непростое время. Милость Божия да предстательствует со всеми вами, дорогие братья и сестры.